Я так думаю, я могу ошибаться, я могу не знать, но это провокация. Чья? Провокация администрации. Бунт сам по себе никогда не бывает. Он всегда идет сверху. Там какие-то у них там нарушения финансовые, там продукты, что-то, где-то что-то. У них есть свои люди, которых, завхозы, там эти и так далее. Они провоцируют этот бунт. Мужики, поднимайтесь. Вот. Мужики поднимаются, приезжают Машка Шоу. Там вся эта... Всех избивают, там и ШИЗО, ПКТ, изолятор, все это. Вот. Само по себе мужики никогда на бунт не пойдут. А кому это выгодно, такая провокация? Зачем это? Как зачем? Вот когда приезжают вот эти комиссии смотрящие, там после каждого бунта комиссии приезжают, и вот, видать, списание идет на то, что там поломали, побили, избили, вот это, разворовали столовую, баню там и так далее. То есть там налицо, скорее всего, материальные хищения какие-то? Да, 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 им надо прикрыть вот эту всю эту басню. Вот это. А потому что само по себе мужики на бунт никогда не пойдут. Скажите, а вы где сидели? Так, я... Последний раз? Последний раз в Мурмаши, Мурманская область. Вот. Но там такого безобразия не было? Нет, там хозяин более-менее держался. А вот я был в Тайшете, в Новосибирске был, там беспредел. А что вы вкладываете в это понятие «беспредел»? Что это значит? Ну, как сказать, вот начальник отряда, у него 5 магазинов своих. У майора. Их же надо как-то... Все идет с зоны, продукты там, все эти вещи, все это. Они там крутятся, там вся эта бухгалтерия, вся эта басть. 5 магазинов. Ну как так, начальник отряда простой? И он же одновременно бизнесмен. За забором. И все это нормально проходит, как должно быть. То есть рука руку моет и все прикрывается? Так, а там маленькие поселки, как правило, и все живут за счет зоны. То есть весь этот поселок, это вся милиция. Они тут же все и работают. И женщины в бухгалтерии, там, поварихи, там все дела. Вот. И все ребята, я имею в виду мужского пола, они все, значит, работают охранниками, прапорами там и так далее. Только и зоны и живут. За счет зоны. То есть это как производство своего рода такое? Да, только их. И все. А и настолько это вот... Ну ладно, господи, пейте, ешьте, живите. Но они настолько обнаглели, что они уже считают, что мы уже не люди, просто рабы. Скажите, пожалуйста, а что нужно сделать, чтобы прекратился этот беспредел в колониях? Ребят, это уже политика. Это уже надо туда смотреть.